Со страхом Божиим и верою приступите. Благословенье ты во имя Господне, Бог Господь и явися нам. Причастники, молимся, все верую в Господи и исповедуя, ко ты се воистину Христос, Сын Бога живаго, пресвятый мир грешно спасет, неже первый есть мать, еще верую. Яко сие самое пречистое тело Твое, самая честная кровь Твоя. Молюся оба Тебе, помилуй меня и прости мне вся прегрешение мое, вольное и невольное. Еже словом, еже делом, еже ведение и неведение. Исподобие осужденно причастись, пречистые Твои таинства, оставление грехов моих и жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои тайные дни, Сыне Божий, причастниками прими. Небо врагом тайну повем, не лобзанники дам, яко Иуда. Ну-ка, разбойник, исповедуй тебя, помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Да не в суд или в осуждение будет мне причащение, причистых Твоей тайн, новое исцеление души и тела. Аминь. Аминь. Причистое тело и кровь Господа Бога Спаса нашего Христа причащается. Константин.
нас Христа прещается. Якотися священня наше тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу Христу во веки веков. Аминь. Господу помолимся.
исполнение Церкви Твоя, сохрани все эти любящие благолепие Дома Твоего. Ты тех воспасай божественную силу и не остави нас уповающих на Тебя. Мир, мир, ви Твоему дару и Церкви, Твоим священникам и всем людям Твоим. Яко всякое дайне благо и всяк дар совершен совершенно, исходя от Тебя со светом Тебе славы и благодарения и поклонения высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Господне благословено отныне и до века. Буди имя Господне благословено отныне и до века. Буди имя Господне благословено отныне и до века. Благословен Господь на всякое время. Быть ухвала Его во всех моих. О Господи, покорится душа моя, да услышит кротцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною, и вознесите Его вкупе. Взыска Господа и услыша мя, и от всех скорби моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Все нищего злая Господь услышай, и от всех скорби его спаси. Опочтится он, Господень, о предбоящихся его, и избавит их. Усети, видите, яко благ Господь, блажен муж и же уповает нань. Бойтесь Господа все святи Его, яко не спешения боящихся Его, богатя нищаша и залкаша, взыскающие же Господа не лишатся всякого блага. Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто из человек хотел живой, любви не видит его, будет же язык твой от зла, и уснеха ее же не погодит, уклонится, называется твой гробу, защищение и пожени. Очень Господи направедный я, и уши его молитвы, лице же Господне на творящие злая, еже потребитель от земли памяти, вас ваша праведней Господь услышай, и от всех скорбей избави. Близ Господь сокрушенным сердцем, и смиренные духом спасет. Многие скорби праведны, и от всех их избавит я Господь. Храни Господь за гости, ни единого от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него. Благословение Господне на вас, того благодатью и человека любим всегда, ныне присно и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов и подобных, богоносных Отец наших, святых праведных Бога Отец Акиманы и святаго преподобного Иоанна Лествичника и Божия память ныне совершаем
и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много из беседы святителя Иоанна Златоустова о корыстолюбии. Вчера вечером я читал, это продолжение этой же беседы еще. Некогда постигла наш город засуха. Небо сделалось медным, все ежедневно ожидали смерти, величайшей всех смертей, и умоляли Бога избавиться от этого страха. Так считается, что самая тяжелая смерть – это смерть от голода. Легко погибнуть, самолет был в одно мгновение, в секунду, и нет. А это постепенно отмирает все члены, начинает там опухать, потом совсем уже все это пишут, когда там о блокаде в Ленинграде, что было. Нигде не было ни кошек, ни мышей, ни крыс, ничего нигде не было. И по милосердию его, вопреки всякой надежде, пролился с неба большой и чрезвычайно обильный дождь. И вот, когда все справляли торжество и праздник, как вышедший из самых врат смерти, один из богачей ходил всюду печальным, с поникшим взором, мертвый от горя. И когда многие начали расспрашивать его о причине, он не в силах был утаить, но мучимый, одолевавший его тяжкой страстью, объявил эту причину. «Я имею десятки тысяч мер хлеба, — сказал он, — и не знаю, что тебе делать с ними. Что ты говоришь? Скорбишь, что не все погибли, чтобы тебе собрать золото? Не слышал ты, что говорит Соломон, кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ. Притча 11 глава. Но ты ходишь всюду, как общий враг, благ вселенной, недруг щедрот владычник и друг Мамоны, или вернее раб ее. Не следовали ли вы вырезать этот язык? Не следовали вы перестать биться сердцу, породившему такие слова? В самом деле, то есть люди умирали от голода, а у него много хранилось хлеба. Он ждал, когда будет цена, видать, поднимется, когда тогда я буду. Это еще, то есть усиливался когда. Но вдруг пролил дождь, и теперь-то уже прошел то голод. А теперь он, никто у него хлеб-то брать и не будет. И он об этом сильно скорбел, что не продал по дорогой цене его. В самом деле, что может быть несчастье богача, который скорбит, ропщит и считает себя погибшим, потому что владеет безмерными богатствами и каждый день молится, чтобы был голод, отчего умножилось бы у него золото? Как хотите, чтобы я изобразил вам бедственное положение корыстолюбца и хищника? Что преступнее их рук? Что бесстыднее, наглее и пошлее их глаз? Корыстолюбец не видит ни людей, как людей, ни неба, как небо, и все считает деньгами. Глаза людей видят обычно бедных, изнуренных работой, и трогаются состраданием к ним, а хищники видят бедных и приходят еще в большую ярость. Глаза людей не залятся на то, что дано другим, расточают даже и свое другим, а те не успокаятся, пока не отнимут всего у всех и не присвоят себе. Глаза людей не в состоянии спокойно видеть обнаженными тело ближнего, а те не насытятся до тех пор, пока не обнажат всех и не снесут в свой дом имущество всех, вернее же, даже и тогда не насыщаются. Было в 90-е годы. По 6 месяцев не получали зарплату шахтеры, которые каждый день, спускаясь в шахту, они спускаются навсегда. То есть на смерть спускаются. И им по месяцам, по полгода не платили зарплату. Устраивали они забастовки уже на Красной площади. А в это время многие
миллиарды сгребали. Почему не заплатить-то было им? Но вот он умирает где-то там за границей, в Англии, нашли его мертвым. То ли сам повесили, то ли, говорит, повесили его кто-то. Миллиарды остались все. И кровь теперь тех, она вопиет к Богу о них. А почему бы видеть, что шахтер, почему бы не дать-то? Хватило бы несколько миллионов шахтеров на Кузбассе заплатить бы им зарплату. Семьи голодают, а в это время они собирают. Это об этом Златоуст. Когда в то время, ну, будто бы он вчера только жил, был в эти годы. И он и говорит, вот читаешь его беседы, и просто другой раз даже как-то уже сам, Господи, да как же это он знал-то это? О том, допустим, как молодежь будет вести себя, какие танцы будут там, зрелища. Он тогда, как будто бы он вчера только был, посмотрел все это, где был там в разных этих зрелищах, кинотеатрах и прочих театрах, и на дисциплине.